Ребят, всем привет. Меня многие спрашивают, а что, чем будет отличаться марафон 3-7 дней? Что мы на них будем делать? И вот в предыдущих марафонах, которые можно купить в записи, там мы больше говорили с вами о физике. Что испытывает наша физика? Как нам быть в легкости, когда мы идем без еды и без жидкости? Что нам делать, чтобы нам не захотелось кушать, не захотелось пить, чтобы у нас не было слабости? Но в эти марафоны мы поговорим о другом. Мы поговорим о том, как словить то состояние, когда ты знаешь, что ты находишься в нескольких мирах. Как словить то состояние, когда ты понимаешь, что тело – это не ты. Это другие практики, это другое осознание. Это, наверное, другая глубина, которую я наконец-то готова вам передать через эти марафоны. Если интересно, присоединяйся. Я, конечно же, с удовольствием тебя жду. Присоединиться можно в любой момент. Это все будет, конечно же, в записи, где вы можете посмотреть в любое удобное для вас время. Жду.